Сейчас в мастерской на постоянной основе трудится 30 человек. Волонтеры активно поддерживают связь с бойцами, которые находятся на фронте. Такое взаимодействие позволяет максимально быстро изготавливать и отправлять необходимое для солдат снаряжение. Новую партию в зону СВО отправят уже на следующей неделе. Такие футболочки летние из сетки. Это очень хорошо для жары, оно обдувается. Ребятам не жарко. Кроме летнего снаряжения отправят жгуты, подсумки и плащ-палатки, чтобы спрятаться от летних дождей. А можно спрятаться вообще троим, четверым, там, и от дождя. Можно как полог натянуть везде, вот веревочки мы сделали. Одна из новинок – комплект брони. По словам волонтеров, противоосколочную защиту здесь обеспечат сверхвысокомолекулярный полиэтилен. 10 слоев этого материала способны остановить осколок и спасти жизнь бойца. У них есть бронежилет, который защищает грудную клетку. А руки, шею – это тоже противоосколочное же ранение получают. Поэтому они попросили вот именно защитить вот эти части тела. Они уже получили их. Что говорят? Да, ну как, они рады. Спасибо, говорят. В день волонтеры шьют от 25 до 30 изделий. В месяц – более 700. Всего же с момента начала своей деятельности они направили в зону СВО 11 тысяч единиц продукции собственного изготовления. Игорь Шмелев, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск».